back, Commander. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в XCOM 2. И между серией я кое-чем занимался. Во-первых, у нас в прошлой серии построилась пси-лаборатория. Я назначил туда персонажа, но никаким образом его не кастомизировал. Вот между серией я поправил это дело. Я решил, что пси-бойцы наши, они будут особенными. Они будут особенно выделяться. Поэтому встречайте. Демон. Потенциальный истребитель пришельцев. Как-то так он выглядит. У него передовая нанотехнологичная форма очков. Ну или что это такое, не знаю. Ну и броня такая черно-белая. И раскрас у него лица, соответственно, черно-белый. Оружие я ему еще, кстати, хотел как-то изменить. У него другая пушка будет в идеале. Ну ладно, пока что так. Возможно, как-то еще подправлю. И какие у нас проблемы? У нас проблемы с количеством контактов и с количеством энергии. Соответственно, нужно улучшать каким-то образом реле питания. Для этого нам нужно... Для этого нам что-то нужно. Нам и энергия нужна, кстати. Вот здесь вот, да? 80 материалов. Но нет энергии. Значит, нужно строить еще, наверное, реле питания. Открытая энергокатушка. Нужны инженеры. Здесь, по идее, можно построить это реле, оно будет гораздо-гораздо эффективней. Правильно я понимаю? Ну хорошо, подождем немножко у нас. Скоро, через 2 дня уже 3 инженера аж освободятся. И они, надеюсь, займутся энергокатушкой. Пока у нас глобальные цели какие? Нам нужен еще один инженер, да куча. Правильно? Инженеров тут мало не бывает. Контакт, конечно, нужно устанавливать, но с разведданными беда по-прежнему. Поэтому за инженера. Так, а из грядущих событий что у нас? Да, на станции появится. Так, тут расчистка, пси-обучение через 10 дней. Черепной бур у нас по сюжету нужен, делается ресурс через 10 дней. У нас много чего интересного через 10 дней. Тогда на станции. И что нам это дает? Так, доступна операция против станции пришельцев в регионе, да? Этот процесс занял у меня внушительное количество времени, но в итоге мне удалось расшифровать данные адвента, захваченные нашими солдатами. Как я и ожидал, среди прочей информации были точные координаты одного из комплексов адвента. Мы можем отправить штурмовую группу, которая проникнет на объект и уничтожит его. Не сомневаюсь, что его потеря ощутимо скажется на прогрессе проекта Аватар. Ну... Понятно, да. Давайте архонта исследуем. Так, а здесь у нас глубокий гибрид биоматериала пришельцев с механическими системами. Архонт отличается необычным для пришельцев затейливым внешним видом. Предположу, что его внешность призвана создавать командную атмосферу, а сама особь предназначена для того, чтобы вести в бой прочие силы пришельцев. Да, он достаточно пафосно выглядит, архонт. Весь какой-то в золоте. С финтифлюшками. Но пусть. Вскрыть архонта, пошел прогресс. И, насколько я понимаю, вот именно с такими вот операциями связан один из эксплойтов, которые в игре есть, небольшой, да? Так, а где эта операция? Черный рынок. Так, это форт. Это штаб. И... Какую такую операцию я могу выполнить? Или никакую? Ну это сам проект Аватар, это понятно. О, событие завершено. Адвент использует в оружии яд Вайпера. В течение месяца некоторые солдаты будут стрелять отравленными патронами. То есть нам обязательно нужен лекарь, который будет как-то бороться с ядом, кстати, да?
штаб сопротивления. Что-то я не догнал. А какую такую ты мне базу нашел, которую я не вижу? Ну ладно, пока что форт. Ага, ученые пришельцев совершили большой прорыв в работе над проектом Аватары, добавили одну единицу к шкале прогресса. Но флаг им в руки. Это не очень страшно. Commander, the aliens continue to make progress on the Avatar project. If we're going to slow them down, we'll need to move fast. Успокойся, центр, у нас все более-менее под контролем. Единственное, непонятно, где вот эта вот найденная база. Где ты ее там нашел? Инвентарь. Пам-пам-пам-пам-пам. Research is proceeding as planned, Commander. Так, силовая броня. 5 кристаллов Эллерия. Я хочу силовую броню и плазменное копье. Я хочу лучевую пушку. Я хочу, я молчу, хочу, да? На самом-то деле. Hey, Commander. А. Здесь у нас прикольные вещи. Но Эллерия как-то не очень много. Его, по сути, нет нифига. Так, я не понял. Ну-ка еще раз. Просмотр архива. Биотехнология. Так, это вскрытие, вскрытие. Данная станция. Так. Показать отчет. Доступна операция против станции пришельцев в регионе июня. А, это дата, что ли? 26 июня или... Каким таким хитрым образом это все работает у тебя? Ну-ка, расскажи мне. Потому что на базе пока что... Ну, на базе, на глобальной карте-то нифига нет. Никакой такой операции. Так, ага, инопланетная техника расчищена. Отлично. Можем реле питания построить, кстати, да? Но я сюда хочу не реле питания. Я вот открытую энергокатушку хочу. Так, сколько это время займет? 10 дней. И сюда мы влепим катушку, это будет гораздо эффективнее. В идеале я, наверное, вот это реле питание снесу, и здесь у нас будет два реле питания на этих катушках. Это будет гораздо эффективнее. Такой какой-то план. Я так и не догнал, почему мне базу никакую не нашли нигде. Ну ладно, возможно, вы мне напишите, в чем прикол. Так, ну по крайней мере, инженер. Так, в отчаянной попытке сохранить независимость от Адвента, местные жители соорудили чистокол вокруг местной радиостанции. Мы нашли инженера, ответственного за строительство, и уговорили его присоединиться к команде доктора Шень. Это круто. Можно его в пси-лабораторию посадить. Так, куда еще можно? Станцию связи. Нет. Энергия. Сюда впихнуть нельзя. В лаборатории у нас пока тоже максимум. Нужна энергия. Повсюду нужна энергия. А, давайте в пси-лаборатории. Да-да-да. Наш тут сидит. Демон обучается. 3 дня теперь. Супер. Так, быстрая реакция, патроны Вайпера. Разведданных у нас нет. Летим тогда на базу. Получаем данные. И посмотрим, может быть, мы за деньги что-то можем приобрести. Ну, кого-то, скорее даже. Ученого или инженера еще. Можем-то можем, но это все стоит денег. Поэтому нет. И я знаю, что мы сделаем. Давно пора. В партизанской школе тактику изучим, чтобы нам больше опыта давало, да. Деньги есть. Эти все тоже прикольные, конечно.
Но это уже такое специфическое. Это позже можно приобрести, а вот быстрее как-то уровни получать. Это очень круто. Кто у нас повышение-то успел получить? А, я тебя забыл повысить. Тебе-то, конечно, мясорубку. Помним про патроны Вайпера. Это может быть неприятно. Давайте данные получать, разведданные и устанавливать контакты. Вскрытие Архонта закончилось. Так, по рассказам очевидцев, в том числе лично Брэдфорда, пришельцы уже использовали подобные биомеханические организмы на ранних стадиях вторжения. Однако тогда это были более страшные примитивные создания по сравнению с тем, с кем мы сталкиваемся сегодня. Современный образец даже можно с натяжкой назвать элегантным. Внушительная внешность подкреплена мощнейшим оружием. Терморезак. У нас новый предмет. Терморезак представляет собой нагреваемый плазмой металлический сердечник в сверхтонком магнитном поле. Опаснейшее оружие ближнего боя, позволяющее поджигать врагов. Интересно. Ну и давайте шифрование пришельцев поизучаем. Так. Производство. Что у нас тут? Это все понятно. Сыворотка Драйв. Возможно, ее стоит потестить. Но не сейчас. Так, что-то подсказывает мне, не хватает кристаллов Эллерии, опять же. Терморезак, наверное, не скоро у нас будет. Такими темпами. И сколько мне вообще разведданных, по идее, нужно? С кем мы тут еще контакт не установили? Западная Азия. После установки радиотранслятора сопротивление в регионе Западной Азии будет регулярно добывать плюс 90 материалов. Также снизится стоимость установления контакта с соседними регионами. И с Новой Арктикой, к примеру, да, 60 разведданных. А мы сейчас вот эту штуку поставим, и это будет... подешевле, да? Давайте сделаем, почему нет? Меньше разведданных будет требоваться, это приятно. О! А, это нам денежки подкинут. Нет, нифига не деньги. А, вот! Это, видать, базу нашли, это сработал эффект, да? Ученого дают. Эвакуировать випа из города, контролируемого адвентом. Блин, а чё мне? Так, предлагаю сразу идти. Ну, по идее, я-то и не против. Причем там нам ученого дают. Ученые нам тоже нужны. Каким отрядом? Тем же самым. Огнемет мы так и не потестили. Тебя можно, наверное, пока убрать. У нас пойдет... прям профессиональный хиллер, наверное. Этот отряд мы оставляем в таком виде. У нас два рейнджера. Специалист. И еще один будет специалист, но хиллер. Алари Гилберт, раз у нас хил. А кто у нас умеет отлично хилить с подорожником, это, конечно же, Малахов. Стоит ли ему улучшить оружие? Меткость на 10. А, да. Меткость. Привет. Давай мы тебя изменим. У тебя же даже есть продвинутое восприятие, которое дает 9 меткости. Как-то у нас такая косая-то. Модифицированный прицел держи. Да, пропадет, это пофиг. Зато у нас модифицированный появится. Это важно. Потому что кобра достаточно косая. И у нее уже 2 обвеса. У нее 9 здесь меткость, 10 там. Тоже 19 бонусом. Но пора бы попадать-то уже в самом деле. Так, маячок есть. Маяк-имитатор. Тут отравленные выстрелы. Ну, кобра с отравленными выстрелами, по-моему, прям вот то, что нужно. Так, здесь у нас пока все пойдет. Так, Малахов. Что у тебя вообще по способностям? Улучшений вообще никаких. Критического урона на 10. Чем ближе, тем выше.
на 10. Чем ближе, тем выше процент, само собой. А здесь у тебя какой шанс? А, только 5%, да? Но да, модифицированный. Это важно. Так, ладно. Идет у нас опять черная мамба. Может быть, гренадера еще одного? Хотя мне рейнджеры, в принципе, устраивают. Так, у нас 113 разведданных дадут. Ученого дадут. Экстремально сложно. Да, хил нужен, определенно. Протокол восстановления, протокол лечения. Да, аптечка тебе тоже неплохо заходит. Может, еще одну аптечку? Навряд ли. Гранаты есть. Погнали. На экстремально сложную миссию. Против роботов мы имеем два протокола нападения и протокол взлома. Так, разведка приняла слабый сигнал бедствия из этого района. Сопротивление подтвердило, что их кодировка, что это их кодировка, поэтому нам необходимо организовать экстренную эвакуацию. Нам потребуется зачистить территорию и сопроводить ВИПа в эвакуационный пункт. В общем, нам нужно быть готовыми ко всему. Ставить ВИПа в точку эвакуации, мы уже такими миссиями занимались, это миссия городского типа. Возможно, стоило все-таки не тень брать, а гренадер еще одного. Хотя тень у нас довольно неплоха. И она может убить и еще один ход получить. А учитывая, что она может мечом убивать, может быть интересно. А, у нас вип сразу, да? И его просто довести нужно. Ну ладно, и с таким мы сталкивались. Только здесь экстремально сложно. А значит, будет сложно. И, конечно, то, что мы выкрали випа, не осталось незамеченным. Да, это плохо. Ну что ж, ну, тогда тень весьма кстати. Она у нас в маскировочке. Иди сюда. Ты у нас пойдешь первый. Так, и у нас еще ограничения по ходам. Так, здесь конец карты. Так, этот дом можно обойти, я так подозреваю. Возможно, его стоит обойти. А снайпер, допустим, сверху пойдет. Так, или снайпер и так залезет. Не, нифига она так не залезет. Ох, сейчас будет весело. Так, ну я чувствую, тебе все равно нужно идти куда-то разведывать потихоньку, правильно? Иди сюда. Так, тут вроде никого, да? Внезапно. Ну, загляни за угол. Тоже никого. Вот же. У нас есть протокол сканирования, кстати. Claro que sí. Я не уверен, что им прям сходу стоит пользоваться. Так, ты можешь пытаться туда как-то залезть. Чем стоит, по идее, заняться. От тебя там будет гораздо больше толку. Тем более у нас смерть с небес, у нас там, ну, есть плюшки, которые позволят нам именно сверху весь потенциал раскрывать. Правда, долго она там не сможет находиться у нас. До эвакуации не так-то много времени, то есть надо как-то спешить более или менее. Позиции, конечно, здесь стрёмные сплошь. Так, черная мамба у нас с огнеметиком. No need to ask twice.
В смысле, кого-то тут спалило? Опаньки. Вот это плохо, и она еще прям в нужном месте спалила. Так. Вот это да. Ага. Кто у нас не ходил? Таких немного. Ты прячься. Да, сиди тут в глухой-глухой обороне. Так, Кибер, тебе тут надо все затащить каким-то хитрым образом. А это будет непросто. Так, ну-ка. Протокол блокировки. Я, по идее, могу робота на свою сторону переманить. Надо было еще как-то аккуратней. Ну ладно. Ну, робота я могу убить. Протокол нападения сходу просто. Это не так страшно. А, подвременный контроль. А смысл? Чтобы на него сагрились? Нет, я не думаю, что протокол взлома стоит прям таки так быстро тратить. Давайте просто возьмем протокол нападения и уничтожим робота. У нас сейчас, конечно, ребята получат урона. Но что поделать. Просто я не ожидал, что прям по прямой они там есть, как мы их не увидели. У меня же тень там подбежала из-за машины, по всей видимости, а эта сбоку зашла. Сразу дроп выпал. И сейчас мы отгребем. Кто-то у нас точно отгребет. Метка. Все, что ли? Да если бы. Ух ты ж. Везет. Так, щитоносец великий. Да, щит. Ну ладно, это не так страшно. Там где-то еще враг, вот это хуже. Что там взорвалось? Интрига, интрига. Снайпер. Ну, со снайпера сейчас будет не очень много толку. Хотя она могла в кого-то выстрелить. Теперь не может. Супер. Поторопился я снайпером. Ну ладно. Давай ты тогда у нас, наверное, просто выгодную позицию займешь. Вот здесь вот. И этого будет достаточно. Тебя вот не рассекретили каким-то чудом. Черная мамба может занять неплохую позицию. И сагрить еще больше народу, нет? Блин, а? Сколько на тебе брони-то всякой. С огнемета. Стоит, может быть, гранатку тебе подкинуть. Чтоб тебе не скучалось, ты нормально жилось. Так, у черной мамбы есть голографический этот прицел тоже. То есть, если ты даже не попадешь, то навесишь. Попало. А, одна жизнь. Сойдет, щит убран. А, так даже. А, ну мы сбили щит, все понятно. Тут у нас какой план действий? Тут по идее к тебе забежать и выпотрошить. Какой-то такой план действий. Тень я пока не хочу тревожить. Так, ты только этого гадика видишь, гаврика. Ну иди сюда. Семьдесят процентов. По-моему, это неплохой шанс. Ну хорошо, мы этот пак по крайней мере достаточно неплохо разбираем. Хотя, конечно, открыли. Ох ты ж. Там еще один пак. Ну, понятно.
38%. 38 это не супер. Но можно ближе подойти. Я боюсь, что я загрю тех, кто бы они там ни были. Вою налево. Печаль. Ну ладно, тут какие варианты. Иди сюда. Надеюсь, ты не увидишь никакого врага с этой дистанции. Отлично. Ну, в смысле тех. Этого-то надо увидеть. 51%. Это мало. Но что делать? Промах. Тени придется рассекречиваться. Это плохо. Но она, если что, может уйти опять. 75%. 6-8. По идее, лучше сюда подойти. Более укрытая позиция, да, отсюда выстрелить. Ну, из невидимости, опять же, у нас там бонусы всякие. Ну, пробуй. Супер. Так, а кто тебя увидит, а тут никого нет. Супер. Безжалостность, она может еще совершить действие. И нам надо будет в невидимость уходить. Пока что лучше в укрытие хотя бы. Твою налево. Спалили? Да, спалили. Ну, супер. Ну, по крайней мере, они далеко. И это радует. Но у нас здесь лут, который нужно забрать. Так, чувачок, ну, иди пока сюда, чтоб тебя не подстрелили. Так, охотник. Охотник сюда. А, только ты не походил. Ну, наблюдай. У нас еще есть маячок, два маячка, если что. Поэтому ладно, как-нибудь что-нибудь попытаемся сделать. Здесь хорошее вроде у всех укрытие. Так. А он стреляет, конечно, по тем, у кого плохое укрытие, но в данном случае мы далековато находимся. Ну, кибер далековато находилась, чтобы он смог успешно именно атаку провести. А, ты решил повоскрешать. Но это наиболее безобидное, что он мог сделать. Просто в никуда ход выкинул. Надо забрать лут. Так, снайпер. Тут прям для тебя. Так, нет. 70-100. Ну, давай по 100% стрелять. 7-9, а у него 8 жизней. Меткий глаз. 97. Ну не в того. 80. Попади. Отлично. Кто у нас луп заберет? Кому-то это нужно определенно сделать. И, наверное, это Дин у нас побежит играть в камикадзе. Или, по идее, тень. А, 80% тень у нас сначала по-любому стреляет. Отлично, крит. Да, у нее уже обвес висит, чем больше, но чем ближе, тем выше шанс крита. Наверное, это тоже играет сейчас неплохую такую роль. Ну и помощь нам оказывает. Да, позицию сюда меняй. Так, дин-дин-дин. Блин, ты не можешь... А, нет, вот полное укрытие. Хорошо. Что у нас здесь? А, модифицированный лазерный прицел. О, продвинутая адаптация. Модуль продвинутой адаптации обеспечивает солдату, находящемуся под его воздействием, заметный прирост живучести на поле боя. Ну, плюс 2 здоровья. Я сказал, что это дикий прирост, но все же... Так, тебе надо передвигаться тоже куда-то. Ну, сюда, к примеру.
И пока что стой там. Какие у нас варианты? Нам надо туда продвигаться. Я не хочу сейчас далеко вылазить, потому что это чревато, как правило. Поэтому просто вот сюда, чуток поближе. У нас тень, по идее, сейчас уйдет в тень, как ни странно, и будет продвигаться. Тень уйдет в тень, да. Ты у нас... Блин, ну за машину его ставить, опять же, кто-нибудь машину подорвет внезапно. Будет не очень. Ну ладно, мы уберем тебя оттуда. Пока постой. Так, снайперша. Ты просто перезарядись. Сейчас попробуем разыграть тандем снайперша плюс наша тень. Так, ты ход не тратишь, надеюсь? Маскировка. Немедленная активация маскировки один раз за задание. Да, нам это нужно. И прямо вот врываемся куда-нибудь. Давай сначала сюда ворвись. Отсюда, конечно, нифига никого не видишь. Мы почти у цели, кстати, а еще 9 ходов. Вот здесь ты вполне себе можешь увидеть. В смысле? И тут никого, да? Как странно. Перебегай сюда. Серьезно, да? Никого. А здесь конец карты. Здесь, по идее, никого не должно быть. Ладно, рисковать, наверное, не будем. Кибер у нас может рядом позицию занять. Слишком кучковаться тоже опасно. Нам может спокойненько так граната какая-нибудь залететь. Тоже будет не супер. Так, ну Малахов пока за половинчатое укрытие, а врага все равно нет. Просто чтобы тоже мог на Overwatch встать. Снайпера надо будет тоже вытаскивать, наверное. Ну пока она в хорошей, конечно, позиции, что говорить. Но пока. Иди сюда. Так, ну и ты в более безопасное укрытие. 9 ходов. По идее мы прекрасно успеваем, более чем. Так, а откуда кто? Уклонение. Кобра там ползет. Две кобры и мутон. Ну окей. А Overwatch все, что ли? Так, плохо. Что-то никто их не заметил, да? Ну зря вы в машинах, ребятки, ставили, да? Это зря. Кстати, я могу огнеметом, правда, одну кобру задеть. Но можно зайти вот сюда куда-нибудь, отсюда попытаться. С другой стороны, можно не мудрствовать лукаво, да, и вот так две этих кобры, по идее, цепляем, плюс машину. Давайте пробовать. Я просто вот не вижу, вот эту кобру зацепил, нет. Ну, даже если нет, не так страшно. Да, тогда супер. Дальше. Так, кибер, это все понятно. У нас есть снайпер. 56%, как тебе не стыдно? Пробуй. Да ладно, кто бы мог подумать. Да, надо ее снимать и вести к эвакуации. Так, ну охотник, понятно, может дела-то делать. Так, тут у нас есть тень, которая до сих пор в маскировке.
И, наверное, это нам на руку. Пускай так дальше и будет. А лучше возьмем какого-нибудь Дина и стрельбу на бегу используем. Я боюсь, что я здесь еще кого-нибудь заагрю. Можно вот так вот забежать. Так, нет, не перезарядка, а стрельба на бегу. Занимая вот эту позицию. Не самая супер позиция, но... Да, никого-то тут не агришь. 63%. Маловато будет. Но хватило. Кобру-то не проблема, мы сейчас ее обойдем. По-хорошему, или не обойдем? Походу нет. Тогда у нас есть же протокол. Нет, нету нифига. Есть граната. А, ты у нас раненая же. Ее бы полечить. Так, тень, это все понятно. Так, ты у нас не ходил. Лечение. Полечи. Угу. 5 очков восстановил, супер. Что ты у нас еще можешь? Ты можешь походить. Лучше, наверное, перезарядочка пока. Ну и гражданские чуши сюда. По идее, мы уже практически пришли к месту назначения. Оно у нас здесь. Пока что маскировочка позволяет здесь разведочку вести. Там, скорее всего, враги где-то есть. Здание или около того. Как здесь залезть-то? Так, какие у нас... Ага. Прям вот так можно залезть. Не, ну это круто, конечно. Беги сюда, разведывай. Оп. Без каких-то проблем. Ладно, пока стой в овервотче. Остальных тоже подводим. Там никого не обнаружилось, поэтому бежим. Но эта тень никого не обнаруживает. Как она так умудряется никого не обнаружить? Но, по крайней мере, она дамажит. Тень настолько незаметная, что ни она никого не замечает, ни ее никто не замечает. Просто тут ультра незаметность. Да, ну шансы такие себе вялые. Окей. Так, мамба. Мамба здесь может помочь. Причем неплохо, если докинем гранату. С огнеметом мы что-то можем? Нифига не можем. Как-то огнеметом не очень пригождается. Даже гранату не могу докинуть. Тогда мамба нам не очень поможет. Ее бы тогда спрятать куда-то. Допустим, сюда. Так, ну, охотник в таком случае что-то должен сделать. Кто у нас еще есть? Малахов есть. У него есть протокол нападения. И это не все. Как тебя так поставить? Иди сюда за машину. Конечно, не супер укрытие, но мне надо, чтобы ты видел кого-нибудь. Ты кого-нибудь видишь? Отлично. Отлично, но не очень. А, у тебя протокола нападения же нету. Ты же у нас не из таких, кто нападает. Это плохо. Тогда все не очень хорошо на самом деле. Но как мы можем поступить?
У нас есть маяк-имитатор, мы им сейчас, наверное, будем пользоваться активно. Ты у нас можешь зоной поражения воспользоваться. Так. И эти гаденыши что-то будут пытаться делать, ты их будешь пытаться как-то убивать за это. Дальше. Протокол помощи. Нет, нам на тень нужен. Да, тень. Тебе не помешает помощь определенно. Так, ладно, окей. Дальше что? Охотник. Охотника. Задача какая? Запустить маяк-имитатор. Запустить так, чтобы они еще пытались в него попасть. Вот сюда, допустим, да? Надо укрытиться. Потому что враги, насколько я понимаю, в первую очередь на него агрятся. И как только они что-то попытаются сделать, начнет что-то пытаться сделать снайпер. Возможно, это даже убьет кого-нибудь. Но это, конечно, маловероятно. Но, по крайней мере, как-то запугивать их будет, что ли. Так, супер, мимо. Щитоносец великий, беги сюда. Ну так ты по нему вряд ли попадешь. 100% укрытие. Так, какая разница, попал, конечно. Так, и этот гаденыш крадется. Ну супер, супер. Маяк-имитатор отлично служит своей цели. И это нам позволяет, в принципе, сейчас со всеми этими врагами разделаться. Без особых каких-то проблем. Не, маяки, конечно, здорово выручают, это да. Так, тень. Раз ты тут стоишь, ты можешь... Давайте тестить. Ты можешь убить одного... За это получить действие, да, по идее? Так, получает действие. Безжалостность работает, да? Она прям безжалостная убийца. А, ну ты просто передвинуться ты бить не можешь. Тогда это не так круто. Тогда это совсем не так круто. Лезь тогда просто наверх. Тут тогда другие законы работают. Так, тебя мы снимем. Надо снять этого гада. Claro, 69, почему так мало? Ну пробуй. Ладно, отлично, что хватило 69. Повышение, абсолютно круто. Охотник, что ты можешь? Ты можешь прибежать и накарать просто мечом. По идее, это хороший план. Так, а меч броню игнорирует? Походу нет. Так, Малахова будем качать. Вставай напротив. И качайся. Дин такой хоп-хоп-хоп-хоп и завернулся как-то, да? По всей видимости, раз он его не убил. Хорошо, нет огня по своим. Тут, наверное, бы вообще все вымерли. Без вариантов. Иди сюда. Черная мамба у нас... Где-то в тылах просидела немножко. Ну ладно. Ей простительно. Так, ну и снайпершу надо эвакуировать. В самом-то деле. Сейчас могут подкрепу закинуть. Но пока не спешат, кстати, да?
местный VIP, спасайся. Вот, наверное, как только мы его эвакуируем, сходу начнется веселье. Или уже ничего не будет происходить. Тогда миссия не такая сложная. Как писали там, экстремально. Все дела. Тут, правда, горит немного все. Так, а моя тут это не загорится. Блин, а огонь прямо около тени. Тень не горит? Да, она сидит в огне. Это не лучшее место. Беги нафиг. Огонь, огонь, я понял. Эвакуируемся. По идее, она урон получает после того, как ход пройдет. Да, огонь немножко прогорит. Вроде так оно работает. Так, Малахов у нас тоже не успевает пока что эвакуироваться. Но остальные уже. Черная мамба. Давай. Эвакуируйся. А, отлично. И охотник. У нас несколько повышений было. Это неплохо. Посмотрим, кто у нас там. То я уже забыл, кто у нас получил эти повышения. Нифига себе. Да, ну, никаких подкреплений, к счастью, нет. И то радует. Так, ну и кобра. Косоватая кобра. Я ж тебе разгоняю, разгоняю точность. Что ж ты? Так, отлично. Но неплохо. Давайте посмотрим. Похороненный труп. Операция. Процент попадания 88. Больше всего урона. Эльза, тень Скарлет. Да, она неплохо себя показала. Чаще всего под огнем проекция маяк имитатор. Отлично. Больше пройдено. Охотник у нас побегал почему-то, но не дамажил. Да, у нас тень дамажила. В среднем врагов убито за ход 1,22. Огнемет по-прежнему никак не был задействован. По-моему, он не настолько дико эффективен, да? Причем он против людей, ну или человекоподобных каких-то созданий. Против роботов он, насколько я понимаю, не настолько эффективен. А вот ракета, она гарантированно дамажит. У нее причем радиус большой. Возможно, стоит переключить, но я хочу посмотреть, как огнемет все-таки себя покажет. Пока что не довелось. Против тех же кобр, если зайти как-то с флангу, можно их поджарить. Будет еще продолжаться наноситься, я так понимаю, если мы врага подожжем именно. Тогда два повышения. Ты у нас, да, полевой врач. Ты у нас чисто врач вообще. Малахов же. Как ты? Ты должен лечить. О, да, полковник. Первый наш полковник. Причем специалист. Что ты можешь? Разряд конденсатора. Гремлин отправляется в указанную точку и производит там мощный электрический разряд, нанося урон с вероятностью оглушения всем, кто находится рядом с ним. Роботизированные бойцы получают больше урона. Это супер офигенно. И глобальное восстановление, да? Но ты у нас на разряд конденсатора идешь. Полковничек. Первый полковник. Это круто. Правда, раненая. Ну ладно. Зато у нас есть VIP, которому мы возвратили. Есть продвинутая адаптация. Модифицированный лазерный прицел.
тоже неплохо. Ну и, понятно, в общем, все у нас круто, мы смогли провести и нанести, ну, операцию неплохо, и нанести ощутимый удар по Адвенту. Нам каждый раз это говорят. Черная мамба. Ага, воля восстановлена и повышена. Хорошо. Зато теперь у нас... Кибер, как так? Ты же стала полковником. Из-за этого у тебя стресс. Скорость исследования увеличена на 13%. Доктор к нам пришел. Давайте-ка взглянем на бойцов. Стресс. У нас полковник и практически полковник. Титан у нас. Да, он до полковника, думаю, скоро дослужится. Он уже бы дослужился, если бы не был ранен. И у нас оба самых наших раскачанных бойца, оба ранены. Нифигово так. Нет, я тебе не буду сейчас этот модуль вешать. Но в целом неплохо. На этом же всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.